Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Дмитрозы. Мы сегодня будем играть в игру под названием Grandpa Mask Granny Neighbor. Это у нас новенькая игрушечка, пародия на Гренни. Мы сегодня в нее будем играть, пытаться проходить. Попробуем сегодня пройти. Я немножечко вот поиграл, посмотрел, и оказывается, в некоторых шуфлядах может спавниться ключ. Что ж, мы будем начинать. Новая игра. Погнали, надеюсь, у нас все будет хорошо, и мы пройдем. Если не пройдем, так значит не пройдем. Вот. Так, будем сейчас тут все обшаривать, думаю. Потому что иногда бывает, что что-то где-то спавнится. Так. Сейчас попробуем его обдурить как-нибудь. Так, окей. Обдурили. Здесь ничего нет. Так. Ну, я не знаю, будем ждать, нет. Нет, ждать мы не будем. Так. Ну, вот здесь поставить, в принципе, можно. Хотя... Ага, меня все-таки заметил. Окей. Так. А, он меня ловить может, оказывается. Ага. Понял. А где ключ тогда будет? Он меня ловить, оказывается, может. Понял. Он уходит. А ключ-то где заспавнится? Вот здесь. Так, понял, принял. Погнали. Вот еще один ключик. Это хорошо. Мы его обязательно потом юзанем. Так. Тык, 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 тык. Мы его обдурим и убежим. Вот таким вот способом. Так, окей, теперь я понял, что мы его просто будем теперь обдуривать. Потому что в конце прошлой серии я узнал, что это можно делать легко и просто. Так, больше нигде молоточек, по-моему, не применяется. Так, он идет сюда. Окей, мы пойдемте сюда.
Мы его обдурили и пошли дальше. Легко и просто, ребят. Никаких прятаться, как я в прошлой серии прятался от деда по 200 тысяч раз. Нет, ребят, эти прятки нам не нужны. Так. Это ключ не отсюда. Так, окей, значит, он от подвала. В подвале уже будет отсюда ключ. Где его обдурим? Ну, давайте, что ли, как всегда, здесь. Здесь больше всего нормального, так бы сказать. Здесь более чисто и хорошо. И просторно, это самое главное. Так. Ну, дорогой мой, идете ли вы? Или вам приглашение нужно? Ага. Значит, дорогой наш друг в подвале. Окей, подождем здесь. Надеюсь, он меня не заметил. Пожалуйста, я отвернусь. Не надо. Поймал! Блин, а просто две жизни сейчас профукал. Все, ребят, никаких пряток. Я больше прятаться не собираюсь. Вопрос, как мне взять ключ, который исчез. Чего? Не понял. А где ключ? Может, он опять в шкафу заспавнился? Нет, он так меня тоже ловит. А как? А где ключ? Две жизни остается, ребят. Блин, ну что такое? Мне это не нравится. Ключ ты где запрятал, говно? Сейчас меня заметит. И ударит, нет? Здесь ключ заспавнился. Так, не надо. Его нет. Он же где-то в шуфлядке был. А его здесь и нету в помине. Ребят, короче, меня багануло. Давайте на этом пока что ролик закончим, что ли. Я не знаю. Ну а где ключ? Куда он делся? Его нет, ребят. Ключа нету. Он под карту, походу, провалился. Ну, ребят, что ж. Давайте пока что на этом закончим мы нашу серию. Ой, пытались мы пройти. Сегодня какой-то у меня невезучий день. Я и Грэнни пытался пройти. У меня что-то багануло. А, игра заглючила конкретно. И здесь что-то заглючило. Короче, думаю, мы на этом пока что закончим нашу серию по Grand по Mask. Игра увлекательная, ролики по ней еще выходить будут неоднократно.
а мы заканчиваем наш ролик. На этом все. Мы сегодня разузнали побольше секретиков. Ну вот где ключ? Это вопрос на миллион долларов просто. Просто вопрос на миллион долларов. Так, может он респавнился? Чё такой хинт? Так, Грандпа, Грейни. Я не знаю, что это за хинт. А если я, например, нажму? Не понял. Ну, короче, ребят. Давайте пока что закончим. Все, он меня сейчас поймает, нет? Но я его как-то оббежал. Я вот ищу здесь, ищу, ничего найти. Так и не могу. Давайте он нас последний раз... Вот так вот даже. Крупным планом его посмотрим. И все, мы на этом заканчиваем. К сожалению, я не знаю, что-то у меня сегодня невезучий день. Но я обещаю вам, что в следующей серии мы обязательно пройдем игру. Я его уже буду дурить, а не прятаться при нем. На этом все. С вами был я, Дмитрозов. Всем удачи, всем пока-пока.